Улица Лаврухина, 12. 24-этажный кирпичный дом 2011 года постройки. Двор открытый. Высажены молодые деревья. Вход в парадное в хорошем состоянии. С пандусом. В доме работает консьерж. Во дворе есть детская площадка. Места для парковки есть, но их не хватает. Неподалеку расположен детский сад. Общеобразовательная школа. Торговый комплекс с магазинами и разнообразными заведениями. Торгово-развлекательный центр. В доме находится продуктовый магазин. Дом в хорошем состоянии.